О, это город? Позже затонувший, как и предместье в этой академии. А, видимо, здесь и чел тусит. Блин, опять ночь? Ну почему опять ночь? Ну, выглядит, кстати, прикольно. Но звезд как-то слишком многовато. Жилые помещения храма. Можно призвать. Может, призовем кого-нибудь? Я смеюсь, что что-то интересное. Можно смотреть на кого-нибудь фантома, как он работает. Там много кого уже давно не призывали. Хочется, конечно, на боссах их протестить. Не будут себя вести. О, сундук. Тут только цветы, блин. Ты знаешь, призвать не на кого. На цветы, если только. Может, призвать цветы на цветы, чтобы они боролись друг с другом? Давайте, нет, давайте призовем кого-нибудь, то так уже скучно. Это, по-моему, я, кстати, тоже призвал. Вот этого давайте. А, чё, 101? А у меня сколько? У меня есть 101 маны, погоди, чувак. Столица, давай, иди сюда. Погнали. Иди убивай их. Где? Вон, фас. Топ-топ-топ. Ну, он нападай, давай, вон, на того. Вот, тебе меточку поставил. Кристаллиц, блин. Если ты еще чел меня не видит. Блин, ну какие цветы? Нашел, блин, на кого напасть. Чел, 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 давай, бей их. Почему такой слабый? Так, так, пошел, дэмэш пошел, ДПС. А, блин, он отвлекается. Надо, короче, помочь мне. Давай вот этого бьем, вот этого. А, фига, у него хп. Блин, он цветы агрится. Они сейчас его траванут, и он умрет. Так, давайте избавимся от цветов. Это я не думаю, что я от него видеть, как он с цветами расправляется. А, пойдем еще квантин найдем, чувак. Тут пустовато как-то, не знаю. Можно ли тут его хоть кого-то найти? Куда ты пропадаешь? В смысле, блин? А зачем тут вообще прах, если тут никого нету, лол? А, это сюда. А. В центре тоже никого нет. Давайте сундук откроем. Может, в сундуке кто-то сидит? Может, это мимик? Сундук мимик? Нет, не мимик. И даже не ловушка. Обледенелый топорик. А, накапливает обморожение 65. 11-16. А, топорик с заиндивелым лезвием. Один из подарков обитателей замка Сол на Дальнем Севере. А лезвие топорика обжигает холодом. А потом мы его прозвали Ледяным Туманом. А, говорят, это сделано из чешуи дракона. Морозный топот. А топните изо всех сил, чтобы сотворить шлейф ледяного тумана, стелющийся по земле. Туман замораживает врагов. Заморозка какая-то useless, покажется. Ну, с этого обычного топорика, да. Вроде ничего особенного нет. Но топорики мне пока не нравятся, они какие-то слишком короткие. Он так вперед делает шаг, это... А, это то, что я вперед жму, стоп. Нет, да, он вперед шагает. Это, кстати, неплохо. Выглядит странновато, но прикольно. Так, а морозный топот это... Ну, неплохо, неплохо. Давайте протестим. Так, погнали, кристаллиц, и погнали топоры, будем вас тестить. А, какая-то цветочная поляна. Напоминает, кстати, обилку друида хилющую из World of Warcraft. Он тоже, по-моему, цветы вырастают, когда хилку ставишь. Оешную. Чел. Заморозил? Да, заморожен. О, офига вас тут. Так, ну-ка всех заморозить. Куда пошли? А ну заморозка. Все, всем заморозиться. Они заморожены? Нет, по-моему, кстати. Еще раз. Снова нет? Нет, вот это заморожен. Вот этот. Этот и не был под уешкой.
Так, это не заморожен чел. Исправить ошибочку. Блин, их двое. Нас тоже двое, чувак, давай, давай, что ты там вообще делаешь? Ты вообще ДПСишь? Или тут... Ой, они санлочатся, реально. Или топорик не может с этим справиться. Ой, изогнутая большая дубина. Все-таки у него другое оружие. А, изогнутая большая дубина. Большая. А, ДД 24 силы. А, большая и прочная деревянная дубина в виде полумесяца. С такими сражаются альбиноры, которым не достает ловкости овладеть изогнутыми мечами, а также и те из них, кто предпочитает оружие поувеснее и помощнее. Цветочек, давай без глупостей. А, чел, я такой же, как и ты, за что? У меня такая же дубина, как и я. Нет, цветочек, ты тут, чувак. Так, начало убили, не знаю, что там с ним произошло. Скилищ. Ой, 69. Бам. Так, ну-ка, мы встретим, чекнем пока. Нас там цветочек обстреливает. Кстати, я... Ну, я не помню мусет. По-моему, большой дубина точно такой же мусет. Блин, ну не хватает, блин, вот не... в прыжке сейчас будет эта атака. Да, вот такой атаки не хватает на силовой. То есть из-за того, что они вот эту атаку нормально сделали на прыжок с силовой, приходится использовать прыжок, прыжки, а не просто силовую атаку. То, что силовая, это глупая атака. Не знаю. Прыжок легкая. Ну, кстати, атака на бегу сильная, интересная. Мне нравится. О, у меня легкий, кстати, этот. Перекат. Заиндивел и кристальный бутон. Расходи. Чего ты идешь сюда, чел? Ой, не трави меня. Заиндивел еще какой-то. Жизнь тут этих цветков. То есть всяких лилий много. Кристальный бутон. Заиндивел и кристальный священный бутон. Но для растения, вмершие в кристалл материал... А можно запросто найти в холодной местности, понятно. Это холодная местность? Блин, призвать больше никого нельзя. Чё еще кого-нибудь призвать? Сначала как-то странно в ДПСе. Не знаю, может на боссах он будет более эффективен. Так, по-моему, я здесь должен был найти ключ, да? О, костер. Или не здесь? Ну, мне где-то давали карту. Там показывалось, где эта штука находится. А... Что-то какие-то 6 снежинок. Это типа оно, да? То есть двойной такой остров снизу. А. Нет, это не здесь. Это жилые помещения храма. Это вот здесь вот. Да, вот эти двойные острова. Не, немного перепутал. Ну ладно, давайте все равно эту штуку залутаем. Так, а что мы в сундуке нашли? А, топорик. Ну, блин, ну топорик поинтереснее, потому что он морозит. Так, вот цветочек явно не поинтереснее, не знаю. Блин, ну, придется его убить, потому что он свою хрень как будет. Что, блин, хватит там лететь. В смысле? А, что? Цветочек умеет драться? Я могу уронить тебя? А, давайте уроним его. Да, блин. В какую сторону? О, в эту. А, я не могу подойти. Блин, ну что за цветы подойти не дают? Ну-ка, блин, стоять. Ой, все, сейчас прилетело, прилетело. Нет, нет, не в меня тоже. Только не в меня. Ой, сейчас брызнет своим ядом. А, он еще дамажит даже. Мы, я думаю, травимся. У нас вроде реген есть. Да, стоп, регена нет. Так, ладно, давайте возьмем это временно вот эту штуку. Да блин, чел. Чувак, ты горишь. У меня одна это травление осталось, да ладно. Вот так вот сделаем. Хилочку.
Так, давайте вообще на дубину переключимся, который топорик. Он поприкольней. Так, ну тут как-то пустовато. Ага. Тут сундук был с топориком. Еще тут была... Ну, дубина выпала с чела. Черепов тут много лежит. Вообще, да, пустовато. А в центре что там лежало в центре? По-моему, какая-то хрень, да? О, сундук, да. Так, как-то я по кругу катаюсь, но... А здесь я был? Получается, здесь... А, там костер. Вот здесь, может, я еще не был. Давайте туда съездим. Ну, вроде все. С этой лохой. А, вот здесь что-то лежит. Это выпало с кого-то? Нет, просто лежит. А, это с цветка выпало. А, он там, кстати, не был, да. Здесь, по-моему, не был. Судя по цветам живым, да. Пасть бы еще. Это фантом. Не обращаю внимания. Еще цветок. Выглядит слегка пусто. Да, очень много пустых мест. Но тут может быть пещера. Опять же, по этим штукам я когда-нибудь проедусь. Надо просто будет не забыть это сделать. Что там реально может быть пещера. Например, вот это первый, который пропустил сегодня. Ну, вроде все, тут реально ничего больше нет. Ладно, погнали. Ну, наверное, сначала не за ключом поедем, а в соседнюю этот остров зачистим. Смотрим, что там. Так, хочу ли я юзать костер? Наверное, да. Возможно, на острове кто-то опасный. Кальмары, например. Кальмары, которых нельзя убить, щупальца, слегка опасный, да. Души? А где я души потерял? Стоп, а где у меня души? Блин, я так их не найду. То есть прямо там. Ну, погнали, пройдем. Ну-ка. Что-то я не помню, где я умирал. А, я же пвпшился, боже, я забыл. Да-да-да-да-да. Они здесь. Все, я вспомнил. Ну, там их ноль, скорее всего. Так что, выбирать. Блин, да где костер-то? А, я вообще не в ту сторону еду. Боже. Я почему-то был уверен, что я еду в ту сторону. Ну, ладно. А, мне наоборот, кальмаром надо. Я у меня от них приехал. А, и вот костер. А костер никуда не показывает, да? Десять тысяч. Блин, что я хотел потратить на что-то 10 тысяч? Ой, а знаете, что я хочу сделать? Я хочу сделать день. Да я в ночью играть. Ну, конечно, туман, блин. Так, мне нужна вторая метка. Здесь тоже кальмары. Вообще, кстати, я думаю, что там нет ключа. Это что летает? Это эти штуки летают? Это с маной вроде, которые... Да, это похоже больше на ману. А что там нет ключа, там будет просто... То, где мне искать ключ дальше? Какой-нибудь NPC стоит, типа того. А я в храм Рос не сходил, да? Потому что забыл. Да, блин. А как я вообще забыл? Что меня отвлекло? Так, это какой-то тоже пустой остров? Ага, 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 ага. Чел. Самый умный, типа, да? Так, я могу стрелять из арбалета? На коняшке. А куда он делся-то? Блин, чуваки... Ага, блин, эти чуваки это отвлекают, походу. Что они звенят, блин, непонятно, где мой чел, который мне нужен. Или он одноразовый был?
Ну, это чел, который, скорее всего, телепортируется, но... А, ну... Ой. Дракон? Упс. А, давайте здесь его поищем, потому что как далеко... Как понять вообще, куда он телепортировался? Насколько далеко? Может быть, он... Мне кажется, он на соседний остров прыгнул, но, походу... Либо просто исчез сам по себе. Дальний бой, блин. А, дальний бой. В кого дальний бой? Тут нет никого. Вот он где. В смысле нет? О, боже, где урон? Можно урон хоть кто-то будет наносить? Он снова здесь. Так, дайте мне мои стрелы суперэлитные. А, да? Да, это явно того стоило. Так, тут какие-то эти драконы. Ох, что он спящий, надеюсь... Или мне с ним надо поговорить? Это с ним тут встреча была назначена. Вот, а это рак. Я думаю, кто это такой там? Раков мы уже видели, но раки пока мне не нравятся, я пока не научился с ними драться. Так, дракон, гони ключ. Ты мне должен ключ. Или кто это там вообще? Может, он френдли? Можно же таргет брать на френдли этих NPC? Вроде можно. Я думаю, он френдли. Можно, кстати, прыгнуть туда и забрать ключ. Он спит. Смотри внимательно. О, там пещера. Вау, чел. Вот это ты, конечно, мне подсказал. Пещеру. Что, там деревья ставлю? Места, в которые надо сходить. Давайте камушек поставим. А потом я вижу, что это камушек. И такой, блин, что за камушек? Зачем здесь камушек поставить? Я просто на рандоме тыкнул. Сейчас камушек какой-то. Так, ну на дракон почему-то таргет можно взять. Надеюсь, это не огнедышащий дракон. Проснулся. Блин, это обычный дракон. Рили. А, ты еще босс? Смарак, дракон блестящих камней. Надеюсь, ты не летаешь. Хотя бы ты не дышишь огнем, как этот убогий Эгхилл. Ну серьезно. Он хотя бы красивый. Ладно. А, что? Хотя, погодите, блин, а если это другой дракон? То, что он пока что, блин, не выглядит очень таким же. А дракона можно? А, нет, показалось. Блин, на драконах драться пешком очень такой себе. А, набивает мана штуки. Вообще, если не будет срать себе под ноги, то, в принципе, нормально. Можно подраться. Он вроде этого не делает. Он делает вот это вот. Что с этим делать? В общем, я с этой штукой не научился никак сейчас справляться. Это он кристаллы колдует. Дважды. Вот, предмет, стоп. Что за предметы? А, это он черепа поломал, что ли? А, это ногой топает, да. Блин, я не удивлюсь, если сейчас за него дадут 90 тысяч душ. О, стоп, кровотечение, что это было? 800 урона было. Так, ты узнал. Пламя во рту было, да? А, нет, не было. Казалось бы. Знаете, 148. А, это моё? А, я его заморозил! Лол, он заморожен. А если он заморожен, то что это значит? Ему холодно? Ну, у дракона, возможно, хладнокровнее. Плевать на холод, нет? Или они теплокровные? А, это в смысле? А, может пушку бахнуть? А, я не могу ее бахнуть.
А, вот это атака, которую я перепутал. Ой, не убивает он, чел. Чего? Нормально же общались. У нее, короче, кроме этой атаки, вроде больше никакого изменения в стейке нету. Блин, это дыхание. Я думал, он дважды свою штуку делает, но что-то решил ее второй раз не делать. Да нет, блин, чел. Это серьезно. Вот был ранить его. Падает, это кончик. Ой, как он любит летать. Давайте, ладно, на лошадке к нему подъедем. Слишком долго. Оп, мимо. Он не рейнджа убьет, поставлю там деле. Блин, даже пешком могу бежать. Так, нифига. Дышит. Дыши. О, снова мороз пропнул. А, нет, нет, нет. Блин, а на коняшке это так было легче должно. Он попадет туда в себя, если я под ним буду. Он не падает. Как раз в голову ему ударит. Может, силовой надо бить? Не, силовой дольше идет. Упасть еще сложнее. А, ничего не вижу. Что он делает? А, он взлетает. Куда? А, он просто прилетел. Вайп, фонтанья. Не, не допрыгни. Да фонки, ну чё они падают, били? А, за что, за что? Мне регена вроде нет. А, второй раз. В смысле задел? Да ладно. А. Дракон, блин, нормально себе иди. Чел, хватит ли так? Думаю, он опять взлетел, ну ладно. Дракон готов. Могучий враг повершен. Давай свое это сердце и 14 тысяч. Прям дракон в причастие, да-да-да. Или штуки, которые я не могу использовать. То есть у него вообще ничего не выпадет, кстати. А где ключ, чел? Тебя? Укри? С маской драконьей раны? Волшебный ключ Академии. Прямо здесь лежал. Ну, в теории его дракон охранял. Ну, как бы можно было прийти сюда и просто забрать? И не драться с драконом? То есть он даже не с дракона выпал? Да? Окей, ладно. А, ключ, отпирающий запечатанные врата Академии. Ключ к печатям, запирающим оба входа в Академию Рая Лукари. Оба? Там два входа? А, ну типа вход и... Райфот, ладно. Пробуждает заключенный в печати портальную магию. Ключ из блестящего камня запоминает своего хозяина, так что после использования его уже никому нельзя передать. Академия не любит лентяев.
Его же никто не использовал, я надеюсь. Так, ну тут все, можно сюда сходить, но... Блин, пойдемте туда, ладно, раз нашли эту штуку. Ну, интересно же, что там. Интересно. А, блин, к этому челу, короче, да. Погнали сначала сюда, потом уже туда. Блин, далеко. Потом пойдем уже по этому. По центру. Блин, ну топорик прикольный. Да, давай, лошадка. А, я в крабе застрял, походу. Так, один. Стоп, не один, не один нужен. Нет, один, все правильно. А где вторая метка тогда? Или я не ставил вторую метку? Так, это чел, с которым... Который дал нам эти... ключи для ПВП. А, кстати, с большой дубиной чел. Лол, я их вообще не замечал, что ли? Просто я просто думал, что это обычная дубина, и поэтому не обращал внимания. Какая-то большая. Так, ты здесь? Да, ты здесь? Так, чел, я повторгался. Ты что не скажешь? Я даже победил один раз. I'm glad that you're enjoying my life. I knew it from the very start. You have a taste for noble blood. I wish to anoint you a proper inductee. A knight to serve Luminary Moog, the Lord of Blood, and establish a new dynasty. Это, походу, Кавина. Ну что тогда, не сразу понял это. Можно было догадаться. What do you say, my lambkin? Yes. Who would have it any other way? Это кинал красных, я так понимаю. Take this. Милость повелителя крови. Какой-то белый платок. А, стоп, он сейчас что-то может сказать. For your final trial. Soak the cloth with a maiden's blood. Normally, this ritual would involve killing one's own maiden and recanting the wisdom of the two fingers. But since you are maidenless, the blood of anyone's maiden will do. Любой служанки. А мертвые уже подходят? То есть можно же не сразу убивать, а просто найти мертвые? The cloth is your final trial. Soak it with the blood of a maiden. Ну, что-то для Ковенанта выглядит слишком сложно. Но очень похоже на, как во втором дарке, Ковенант красных. Но смотрите, блин. Какое тут слово? Он мне дал 5 этих кровавых штук, но это же онлайн штуки. А если люди играют в офлайне, что им делать? Вот во втором дарке есть решение этой проблемы. То есть там, чтобы, вот, например, вступить в Ковенант красных... Либо в Ковенант синих тебе нужен особый онлайн-примен. То есть, чтобы вступить в синим, тебе нужно помочь игроку убить босса. Чтобы в красном, надо вторгнуться. И там тебе дают знак дружбы за помощь, знак злобы за убийство чувака. И чтобы офлайн чуваки не страдали и могли как-то хоть как-то вступить в этот Ковенант, плюс за это ачивку дают. То есть, те, кто играет в офлайне, для них в игре лежат предметы... В одной количестве одной штуки это знак дружбы и знак злобы. Каждый можно найти. И в итоге ты можешь все равно вступить в него, и даже если играешь в офлайне. Здесь, по идее, то же самое должно быть, но проблема в том, что мне за победу как бы не дали ничего такого уникального, что можно было бы ему показать. То есть какое условие, пока не понятно. То, что я вторгся, или то, что я убил кого-то, или просто то, что... Ну, типа, в офлайне же я не смогу поюзать эти штуки. Так, а давайте прочекаем, пока что он нам дал. Это был ключ. Белоснежная ткань для присяги, подаренная Варе. А белоснежная ткань для присяги, подаренная Варе. Последнее испытание перед посвящением в рыцаре Мога Повелителя Крови. Обмакни ткань в кровь служанки. Сгодится кровь любой служанки. Ты же все-таки нищая душа. Там, блин, нищая душа. Так, ну тут где-то был чел, у которого убили его, по-моему, служанку. Он ушел отсюда уже. Блин, я не помню, где он был. Он где-то здесь. Ай, не знаю.
Блин, ну... В прошлый раз я просто случайно нашел. Блин, мне казалось, он прямо тут был. Разве нет? Может, я уже проехал это место? Либо я не помню, где он был. Ой. А, он тут вот, наверное, да? Это чел тут ходит. Вот он, да? Нет, это тоже челы. Блин, я не знаю, где он был. А, вот. Нет, это... Блин, они... крыша, они одинаковые. Я уже говорил про это. Ну, где этот чувак? Блин, он же... Ничего, идти пересматривать свой видос? Стоп, костер? Что? Где я? Блин, я вообще сюда попал. Мне казалось, он где-то вот здесь вот стоял. Вот предмет, и вроде он рядом с предметом был, разве нет? Может, дальше наоборот? Может, блин, просто я боюсь то, что если он ушел, то я не могу даже место это узнать. Что я не помню. А, вот оно. Вот это место. Да, он ушел. Почему опять слезы? Здесь не просто так написано. Здесь ничего не изобильно. Но тут кровь осталась. Впереди страдания. Этот здесь он стоял, короче, этот чел. Но, не знаю, ничего не юзается, да? Значит, это не та служанка? Или я опоздал? В какой момент он уже еще вообще ушел отсюда? Блин, а какие еще служанки есть мертвые? И желательно уже мертвые, потому что я не хочу никого убивать. Нестерина мертвая. Давайте к ней сходим. Является ли она служанкой? Мне кажется, нет. Она мертвая. До сих пор тут? Да, до сих пор тут. Ну-ка. Она мертва, да, мертва. У нее есть кровь. Она, видимо, не служанка. Так, еще какие у меня есть мертвые NPC. Все, блин. Нету больше мертвых NPC. Все остальные живы пока что. Ну, убивать специально, пока я никого не хочу.